Այստեղ եմ հրավիրում դիմել մեր կողմից շատ սիրված այբ ամբողջ շարժման հիմնադիրներից մեկը և հայտնի բիզնեսմեն Յան Դավիթ, խնդրեմ այստեղ։ Я хочу вам рассказать китайскую притчу. Тысячу лет назад, в 12 веке, жил один 80-летний учитель. Он был отшельником, он жил в горах, и в это время были страшные войны и было большое неспокойствие. Правителем был тогда некий Вэн Ван. И Вэн Ван много раз пытался остановить эти войны. Он пытался, делал все, что мог, но не мог. И кто-то ему рассказал про учителя. Он послал гонца и сказал: «Приведите мне этого учителя». Гонец вернулся и сказал: «Вэнь Ван, мы не смогли привести учителя, учитель нас не слушает». Тогда Вэнь Ван поехал в город, у подножия которой жил, была гора, где жил учитель, и послал на гору министра. Сказал: «Министр, так, приведи мне этого учителя». Министр возвращается и говорит: «Вэнь Ван, я ничего не могу сделать. Учитель сидит там и ловит рыбу, он меня вообще не слушает». Тогда Вэнь Ван сам поднялся на гору, правитель, и нашел учителя. Смотрит, учитель ловит рыбу. Он сел рядом, сидит, ждет, час ждет, два ждет. И вдруг он смотрит на лески, и у учителя нет крючка. Он говорит: «Учитель, как ты ловишь рыбу без крючка?» И учитель поворачивается и говорит ему: «Да придут ко мне лишь те, кто сам желает быть пойманным». Это притча про то, что истинные ученики сами должны найти своих учителей. Бессмысленно заставлять учеников учиться. Учиться будет только тот, кто сам хочет учиться, и он сам найдет своего учителя. Сегодня я хотел бы вам рассказать о смысле жизни, об учителях, о родителях, о друзьях, о семье, о собственном деле. И в конце своей 15-минутной речи я вам, каждому из выпускников, сегодня сделаю один подарок, но пока это секрет. Притча про Вэнь Вана и учителя Цян Тайкун, так звали учителя, о том, что каждый ученик должен сам найти своего учителя. Это то, что случилось у нас в свое время в физмат-школе, когда мы сами нашли своего учителя по физике Гаги Квартановича. Где Гаги Квартанович? Мы сами нашли нашего учителя, мы почти заставили администрацию школы и Гайка Вартановича прийти к нам в школу, и мы учились у него. Мы нашли своих учителей, а вы нашли школу АЙП. И вы это сделали сами. Вы сами готовились, вы сами поступили в школу, и вы сами поставили себе цель и сами ее добились. Это очень важно, и это то, что отличает вас от многих других. Вы молодцы. И в вашей жизни будет еще много других людей, которые сыграют большую роль. Не теряйте это чутье. Не знайте, что только вы сами найдете тех людей, которые вам нужны, ваших преподавателей, наставников, людей, у которых вы научитесь чему-то важному. И, кстати, не думайте, что эти люди обязательно существенно старше вас. Я хорошо помню историю, когда я выходил из физмат-школы, и меня встречает старшеклассник, я был тогда в 8 классе, а он учился в 10 классе, его звали Матос. Матос, армян, отец Месроп. И он говорит: «Давид, а ты слушал первый концерт Баха для фортепиано с оркестром?»
Я говорю: Матос, я не слышал первый концерт Баха для фортепиано с оркестром. Он меня взял за шкирку, отвел к себе домой, мы заперлись, он включил виниловую пластинку, и мы слушали первый концерт Баха для фортепиано с оркестром. Сначала слушали этот концерт, потом другой концерт, и Матос мне рассказывал о том, как устроена музыка, и я полюбил классическую музыку. Вот так вот, один за один раз. И вообще в нашей жизни, в физмат-школе, старшеклассники, безусловно, были существенной частью и существенными нашими учителями. И Ашот, и Матос, и Карен Мусалян, и Артур Межлумян, и многие-многие другие. Они приезжали с физтеха. Летом мы решали задачки, все наши друзья играли в футбол, а мы решали задачки, нам было это интересно, и так мы учились. А еще я хочу вам рассказать про своих родителей, про моих самых главных учителей. Мой папа китаец, моя мама армянка, и папа мне передал способность долго делать одно дело, а мама мне передала творческое начало. И от мамы мне досталось желание постоянно что-то начинать новое, а от папы мне досталась способность доводить дела до конца. И папа и мама очень разные, но в одном они одинаковые, они оба перфекционисты. Они считают, что бы человек ни делал, он должен делать это лучше всех. И вот вы знаете, мы столько лет живем, и мы не знаем, кто такие наши родители. Я вам расскажу одну историю. Я поступал в МФТИ, я был олимпиадником, хорошо знал физику, математику, но все равно я волновался, потому что экзамены сложные, и мы договорились, что мои родители не будут жить в Долгопрудном. Они будут жить в Москве, а я буду жить в Долгопрудном, так я буду меньше волноваться. И был самый главный экзамен, устный экзамен по математике, это был решающий экзамен. И в эту ночь и в этот день мой папа получает звонок, ему звонит его старый знакомый, физик, звонит ночью и говорит: Женя, передай своему сыну, что он не поступит на физтех. Я имею отношение к приемной комиссии, и он в черных списках. Это серьезно, это так и есть из-за моей фамилии, из-за моего происхождения. На физтех не брали людей таких. И он говорит: пусть он не расстраивается, просто передай ему, что его будут срезать, его точно завалят. Зачем ему травмы, зачем ему расстраиваться? Просто скажи, что будет так, и пусть он не... И мой отец утром в 6 часов садится на электричку, приезжает в Долгопрудный. Я уже зашел в это время на территорию института и вижу, за оградой стоит папа. Я подхожу, говорю: пап, мы же договаривались, что ты не приедешь. Зачем ты приехал? Я смотрю, он мне хочет что-то сказать. И я... Пауза, и потом он говорит: Давид, я просто хотел тебе пожелать удачи. И я говорю: хорошо, спасибо. Я веселый пошел на экзамен. Я прихожу на экзамен, мне дают одну задачку, потом дают вторую задачку, потом он дает третью задачку, потом дают пятую задачку, восьмую задачку, десятую задачку, пятнадцатую задачку. И я не понимаю, что происходит. Другие люди садятся, решают пять задач, уходят. Садятся, решают пять задач, уходят. А я сижу в аудитории, мне уже дают 25-ю задачу. И я решаю с 8 утра до часу дня. 5 часов подряд я решаю задачи. И мне даже не говорят, решаю я правильно или неправильно. Мне не ставят никаких отметок на листах. Я выхожу, когда уже закрывается, приемный день заканчивается. Меня выпускают. Я растерянно выхожу, и только потом я понимаю, что происходило. Преподаватель, этот экзаменатор, ждал, пока я первый раз ошибусь. Он ждал, пока я первый раз решу что-то неправильно, потому что уже четверки было достаточно, чтобы меня срезать. Но мне удалось решить все задачи, я получил 5, я поступил в конечном счете на физтех. И вы знаете, я не знаю, что было бы, если бы мой папа тогда меня пожалел и сказал бы, что Давид, тебя обязательно срежут.
Я не знаю, что бы было. Мне кажется, у родителей есть какое-то внутреннее чутье. В Китае есть прекрасная традиция. В день рождения друзья поздравляют именинника, а именинник поздравляет своих родителей и в первую очередь свою маму со своим днем рождения. Вы сейчас становитесь взрослыми, вы поступите в разные вузы, вы разлетитесь по разным странам, но не забывайте своих родителей и в свой день рождения позвоните своей маме и поздравьте ее со своим днем рождения. А еще я хочу рассказать вам про друзей. Друзья – это те, которые будут поддерживать вас в вашей жизни. Друзья – это люди, с которыми вы организуете свои первые компании, свои первые проекты. Школьные друзья, друзья вашего колледжа, из вашего университета – это ваша команда. В компании ABI сегодня работает почти 1300 человек в 16 странах, в 13 странах мира. И основали ее небольшая группа людей из одного вуза и частично из одной школы. Кстати, Арам Пахчанян, один из основателей компании ABI, это тот самый человек, который в 90-м году, 25 лет назад, приехал в Ереван и сделал первую в истории компании установку программы Lingua, и несмотря на технические сложности, все заработало, и мы заработали свои первые деньги. А сегодня программа Lingua, все словарями Lingua пользуются более 10 миллионов человек. Так вот, если бы не друзья из физтеха, не друзья из физмата, не было бы ни ABI, ни Lingua, ни FineReader, ни куча всего другого. Поэтому дружите и поддерживайте эту дружбу всю жизнь. Это вместе, все это ваша сила. А еще я хочу рассказать вам про семью. Ищите главного человека в вашей жизни, своего любимого или любимую, а также оберегайте ее, берегите его или ее. Я счастлив, что я нашел Алену. Мы вместе живем 25 лет, и вы можете не поверить, но это правда, мы ни разу не ссорились друг с другом, если только не по поводу мороженого для детей. Алена помогает мне в самых важных проектах. Ее идеи, в том числе, воплотились в школе АЙП. Вы что думаете, только я, вот все, что здесь я говорю на собраниях, это мои идеи? Нет. Берегите свою половинку, но берегите – это не значит «держите в клетке». Берегите – это значит «отдавайте больше, чем вы забираете». «Я тебя люблю» – это значит «я тебя отпускаю». Подумайте над этими словами. А еще я хотел бы рассказать вам про дело жизни. Но перед этим я хочу задать вам один вопрос. Кто из вас знает, в чем смысл жизни человека? Хорошо. А может быть, кто-нибудь из вас знает, чем отличается живое от неживого? Ну, я не знаю, я сам не знаю научного ответа на этот вопрос, но у меня есть свой ответ на этот вопрос. В живое Бог заложил два принципа. Принцип продолжения рода и принцип самосохранения. Два принципа. А человек отличается от всего остального животного мира тем, что эти два принципа, принцип самосохранения и принцип продолжения рода, слились в один принцип. Человек отождествляет себя себе подобными. Чужая боль – это собственная боль. Чужая радость – это собственная радость. А если это так, то сохранять себя и продолжать себя в других людях и в своих творениях – это и есть смысл в жизни человека. Продолжать себя в своих детях, в своих делах, в своих творениях, в доброй памяти других людей. Вот почему мои две последние истории, которые я вам рассказываю, это истории про семью и про собственное дело. Поднимите руку те из вас, кто хотел бы создать собственную компанию. Прекрасно. А поднимите руку
те из вас, кто бы хотел изменить мир к лучшему и изменить Армению? Отлично. Вы молодцы. То, что вы хотите менять мир, то, что вы хотите менять свою страну, это значит, что вас ожидает интересная жизнь. И это хорошая новость. А вторая новость тоже хорошая. У вас будет непростая жизнь. У вас будет трудная жизнь, требующая полной самоотдачи. Вам будет тяжело. Когда-то, когда я работал над лингвой, мне пришлось не спать 4 дня и 3 ночи подряд. 3,5 суток. 84 часа подряд. Это я не шучу, Арам свидетель, это был случай. Я не спал физически. Мои однокурсники от перенапряжения засыпали на ходу. Но это цена победы. Вот такие две хорошие новости. Одна хорошая и другая хорошая. А плохих новостей у меня сегодня для вас нет. Сегодня вы выйдете с территории школы взрослыми людьми. И знаете, именно вам предстоит изменить Армению, именно вам предстоит изменить этот мир. И я обещал каждому из вас передать секретный подарок. Я сейчас его достану. Вот он. Вы знаете, что это такое? Это волшебные грамоты, это волшебная сила. Я сейчас вам ее передам, каждому из вас. Вот туда я передам половину стопки. Ловите, ловите. И вам, ловите. Это поймали? Это волшебная сила. Ну ладно, я пошутил. У меня никакой секретной волшебной грамоты для вас нет. Ваша волшебная грамота – это ваши руки, ваша голова. Вы сможете сделать все, что хотите, добиться всего, чего угодно, если вы этого захотите. Главное – захотеть. Ваша сила в ваших руках.